до гнева красная джага. Ну вот, справедливость. Кидаешь нахуй сначала 3 раза света, а потом справедливости 3 раза, и все, и так по КД. Короче, как я понял, сегодня паладины в тьме будут пиздить желтую джагу. Ну все, сейчас рарник использует. Будет не 3, а 2 попробую использовать сначала. Синюю и... Желтую и синюю. 3 раза желтую, 3 раза синюю. Ну хоть за я бы все почекал сначала. Не, ну так можно и все почекать. Никто не запрещает. Решать, типа, и две просто выбросить, я имею в виду, что смысла большого нету, как бы 3 джаги использовать. Ну это пока что. Там же, если я не ошибаюсь, когда 4 то 5, то надо все 3. Настакать. Да, вот я соберу себе 2 хотя бы кутка. Ну да, в 4-5 там надо все 3, чтобы полутать бов. А сейчас нет смысла. Ну, сейчас ему хватит, там, не знаю. УВС плюс мало, пока 2 куска, можно использовать 2 джаги. А когда будет 4 куска, то по-любому надо использовать все 3 джаги. Ну это ухопало хуй на пиздить джагу, кстати. Ох, вообще. Особенно когда ухопало тролик, это будет печально. И надо делать так, чтобы типа, ну, драга не перебивалась тогда. Ну чё, блять, не дамажить палом, но перейти в 2Т5 и в 2Т4? Хоть что-то? Нет, я говорю про то, что типа именно надо сделать так, чтобы жага не перебивалась. Ты этого не сделаешь. Ну как ты это сделаешь? А сейчас Радник всё скажет. Я хуй знаю. Ну вот и всё. Может тогда ему пока скинуть на синюю джагу плюс красную? Пускай придумывает нахуй. В натуре. Может его тогда пока просто на синюю плюс красную скинуть? Блин, да че сегодня с Дисом пиздец? Блин, так лагает. Ну, на силу. Невыносимо здесь сидеть, как в ловушке. Верно, невыносимо. Вот теперь невыносимо. Да сидит тут пофиг, то что вы не обрываетесь очень часто. Вытираются к диалогу. Там кому-то нужна помощь, помогите. Помощь нужна тому, кто пробудителю касс не сбивает. Говоря, чтоб его Войд не задушил. Подождите, а там разве ты меня джагами билась не потому, что ты... Ебать. Короче, эти джаги скидываешь быстрее, чем оно успеет откадышиться. Нет. У тебя в Т4 только быстрее откадышивается. Из-за Т4 второй приписки. А там разве не было? Нет, так опять уже идет минус 2 секунды на джагу. Не, первая приписка идет. То есть в 4 пусках, да, все-таки там? Первая приписка идет на божественную бурю усиление. Да я не про Т4, я про Т5. Да, нет, там в двух или в 4 кусках, когда сейчас джага на 2 секунды быстрее, я не помню. Скорее в 4. 4. Да, 4. А что я помню, что там еще взяли 3 джаги, потому что, так сказать, ты переходил слишком быстро по этим бафам. Особенно да. Если ты резко, то. У тебя так, кстати, выходило периодически, что на тебе висит 2 бафа. Ребята, зайди не могу, пишут падение крови. Бой, потому что. Это кто говорит? Так какое можно сказать? Это кто говорит? Кто это? Рома Панк. Рома Панк, к сожалению, ты не освоил лича 25 обычка, поэтому придется тебе. А, тут 25 оп надо. Пойти закрывать лича 25 оп. А, у него сюда давай. Проходка с 25 обычки нужна? Какая да. Жалость. Ебать, в натуре какая жалость. Ну, бля, реально какая жалость. Типа, без подъеба. Я думал, что не нужна вообще проходка, бля. Да это, бля, ТРС 25 гер, ты чё? Это тебе не дыркуль. Это тебе не это, нахуй. Это тебе не то. Вон, Рэл что говорит вещи. Рэл делает вещи.
делает бабки. Проходки продает. Осуждаю. Аиша, первую иллюзию берешь. Я вторую. Лагает, чё баный волос. Лагает? Вдвое сильнее ДПС на роботе. А, нет, блядь. Можно сум. Но нельзя. Но не нужно. Как мой дела, Закханыч? Подъебал, хорош, конечно. 50 ГП ему. Не в ту сторону, да. Понятно. Сука. Прям под его выбежал, блядь. А он вырос, блядь. Меня как не ебало. Да. Как гром среди ясного неба, блядь. Да я тогда, да. Из ниоткуда, блядь, появился просто. Просто, ебать, блядь, был маленький, тут хуяк, блядь, дылда ебаная. Тайна АУЕш еще моба раскрыта. Еще и пизды дал. Грустно, когда так. Внезапное АУЕ, накрывшее меня, нахуй. Такого никто не ожидал, блядь. Ты че, поэт себе? Первый раз такое, блядь. Никто не был готов к такому, блядь, исходу, нахуй. Я реально не был готов. Алло, Джокер, ты сейчас нормально? Джокер. О, нормально. Это печально. Я еще люблю порофлить, когда какой-нибудь маг кастует в озере, нахуй. И... Савиана его с дыханием сбривает, блядь. Подходит подближе. Я, главное, пробовал иногда направо, налево поворачивать. Ну, там тоже челики стоят. Ну, на рейд хуй повернешь, там же человек 15 точно стоит. Хотя можно иногда для разнообразия, ну. А ты попробуй. Ну, если под берсуп этот дыхнет, то пиздец рейду. Вот, давай сейчас. На рейд повернем? Я готов. Да, давай. А я сакуру прожму. Умрёшь за веселить? Я похуярю шоками, что ли? Не, никак не умру. Савиану. Чего нет? Тебя с сокры не убьет? А чё, он бабл нажмет, не убьет его нихуя? Не, такая у меня ревностная есть. Плюс то, что сокра сама скинется, по сути. Это танк говорит, я понял. Я ещё по голосам вас не различаю. Это Люба говорит. Люба? Нихуя себе, Люба, блядь. Там чё, Люба лёгкие прокурила, блядь. Ну да, работа-то трудная. Там, эй, Рианти зашёл. Да, ну... Прекрасно, товарищи, прекрасно. Ты там чё... Шиза развивается каждый день просто. Ты духом СССРа подхватился, товарищ? Да, в Atomic Heart сыграл, блядь. В Atomic Heart, начал, я хотел сказать, да. Начал видеть мир по-другому, ебать. Так ты же сказал, что игра говно. В красно-белых цветах, да? Конечно, говно, блядь. Ну да, я вчера поиграл, заебись игра, блядь. Хуй, чё там заебись, блядь, роботы какие-то... Что за игра? Ебанутые, блядь. Ну, выглядит она пиздато. С топором бегаешь, как даун, нахуй. Чё за игрулька? Atomic Heart. Чё, вышло уже, что ли? Да, вчера в час ночи. Ну, вернее, сегодня в час ночи. Позавчера слили на торренты ещё. Позавчера слили, да, но там такое, там баганая... А чё за игра? Вот, блядь, дебилы. А чё за игра? Да хуй его знает. Там версия с разрабом слили просто. Ну да, там она баганая, пиздец вообще была. Не оптимизи. Хотя это ебаная Денува, блядь, и там ППС режет и так нахуй. А там тоже, блядь, Денува ебаный? Там, да, там тоже Денува. Ой, блядь. Как дела, подожди, это же, блядь, русская игра. Катрисия, как дела, блядь? Теперь можно делать еще больше твинков, кстати. Игра так... Я вообще стоял АФК в инвизе, нахуй. Да, я видел. А зачем еще больше твинков? Ждал, блядь, появления босса. Да он, блядь, когда появился, материализовался, блядь, он на тебе прям появился, придавил тебя. Сжалась, Катрисия умер. Я в ахуе, блядь. Там теперь вторая страница для персонажей появилась. В смысле? А, типа, ну... я понял. А, вот еще больше. И вот эту хуйню хуйню на поставки бесконечно. И на эту хуйню они сделали 150 мегабайт, блядь. Ну а что ты думал?
Да это давно уже. Жизнь такая простая, да? Я видел, там хуйню сделали, что можно персов еще 10 создать на аккаунте. Сейчас вот сделаю тебе еще 10. Косарь стоит. А я увидел у Войда там первых левелов, там штук 5 что ли висит. Дай догадаюсь, и все нахуй андеды, да? Да. Да. Бля, фрик, 10 человек в гильдии, вот. Фрик Раса же, не? Андед. Клипой пеймбат, ты чё? Андед. Ну, по ПВП, да, но в ПВ же говно, не? Какая нахуй разница, если в бойду нравится? Бля, попал. В принципе, нахуй вообще имба была. Реально, факт, кому какая похуй разница? Андед, дед, на, какая разница? Понял, да? А через что ты сейчас дамажил? Ебать, реально, качали экзорцизм по 40 кусков моего ВС по 25. Да, крит попадания 27к. Нормально. Что тут дамажит, он 13к, блядь. Ну, 17. Почему? Нет, это надо дольше давать. Выход 18. Может, я рекаунт не обнулил? Не знаю. Бля. Обнули лучше аддон вообще полностью. Новый поставь себе. Я бы вообще... А Вилания пойдет в тьму, а ты в святую будешь, понял. Короче. Забись. Ну, чё, ну понятно. Тьму не любит, да? Рома чилит. Да какой чилит, блядь, там, блядь, меня надо будет. Да там святую чил, полнейший. Ты будешь святую с Эламаунтом, и я думаю, блядь... А, нихуя этот, и Мэтт Фокс, короче, блядь, подожди. Там стадия просится. На, пускай Мэтт Фокс. Каприст. Сейчас посмотрим. Че там, кто у тебя танчит? А, Лингрен, Аиша и Лингрен трэш? Да. Такс. Где там эта ебаная хуйня? На РСК, короче, не будет фласок нахуй. Правильно. Не понял. Это легкий, давно пора. Легкий рейд нахуй. Нехуй тут фласки тратить. На вайпы нахуй. Вот. Фласки только вон на робота, а... блять, на джай. Ну, какой-нибудь такой. А сопротик шо не? Сопротик, да. Так, кто там хочет рейдить? Ну я хуй знаю, надо по приору смотреть тоже, кого убирать. Ну меня можно убрать, мне приора мало. Не, нет. Просто как же он не хочет. Я вообще хуй. Давайте я уйду, хули. Танчите как хотите, нахуй. Так, блять, мне что-то Мэтт Фокс не нравится, что ты в хиле будешь. Призом милик в тьму. Подожди, блять. Так. Рарник Закханыч. Блять, пиздец, раскидали пати, охуею нахуй. Придется нахуй, ну, раз вы так раскидали, придется мне блокнот открывать нахуй. Чтобы написать, кто где нахуй. Так. РС. Тьма. Танк Ревелаша. Хилы Авелания. Так, я записываю. Друид Инвалид. И Бидон. Помедленнее я записываю. ДД. Еще медленнее. Милики, значит. Два реплика. Рарник. Холидринг. Чё? Я говорю, будет сам записывать. Так. Рарник Холидринг. Не люблю щиты есть. Милики. Вов-лов. На стресс. Закханыч. Это сколько получается уже, нахуй? 5. Еще 2 надо. Мастер, нахуй. И кто еще, нахуй? Вот это надо подумать. Ладно, пока 6 пусть будет. Ой, ебать, 10 новых персонажей можно создать. Блять. Костя, ты там где? Ладно, похуй, пускай так и будет 6. Че, мне потом в свет выходить, трэш напуливать? Да, это всегда, всегда рога в свет выходит. В тьме рога не играет. Ну, если только не 5 рог в рейде. Так, в свет танчу я. И Лингрен. Потом хилит нас Варахиэль. Эламаунт. И вот тут вопрос, блядь. Призана в тьму ДДшника закинуть или Мэтт Фокса в ситуации? Блядь, нет, Мэтт Фокс так себе.
Надо же танка держать. Призан, похилишь свет? Да, и тем более, тем самым ты будешь свету Герой, а он будет во тьме бидон. Так, дайте ему Дживса. И Призан. Значит, Мэтт Фокс в эту, в сову спрыгай. Блять, ну 6 ДДшников в тьме маловато, мне кажется, блять. Катриси угнать туда, нахуй. Ну это БР, блять. Ебать. Хуйня ебаная, блять. Короче, Катриси тоже в тьме будешь, нахуй, хуярить. И нора будешь там давать. Похуй на БР твой, блять. Сдохнут, ГП будет, нахуй. Все, все. Да сейчас на первом метеоре кто-нибудь умрет и потратим БР Катриси, и все. Ну, такого не должно Какая быть. Какая жалость. Ну, по основным позициям понятно, да? Хилы запомнили, кто где. БР, нахуй, охуеть. Так, а мне надо еще, чтобы Призан давал, допустим, Иннер... нет, подожди. Ломаунта убрать, Ломаунт не просядет, я думаю. Вот и Ломаунта уберем. Чтоб и шаманы... Бидон будет во тьме... Тотем давать Друид Инвалиду и Авилани, а Призан будет давать Свету хотя бы в Архиелю и себе. Там понадобится, возможно, эта хуйня. Ну, соответственно, в тьме у вас Иннер есть один. Ну, а в Свету у нас есть два гимна на ману. Я сегодня штрудень. Так, кому там надо? Авилани и Сопрот надо? Угу. Те, кто во тьме, там можете сопрот выпить. Милики там, кто там. Сильно. Ретрики, хуетрики, вот эти все. Вас, короче, хили Друид Инвалид, Бидон с Волониром, блять, и Авилания. Там пиздец должно быть изи. Главное, не сдохните в лезвие. Где там Хулидринг? Писал что-то? Куда-то делся? Нет, не видел. Ну-ка, список изменений, нахуй, реворк, нахуй. Ну-ка. Ой, ебать. Да еще нет, больше персонажей, блядь. Персонажей добавили. Сука, твари, бля. Утром сегодня косарь-то стоило, а сейчас бесплатно. Дедушка открывает газету, ну что там за новости? Где мой реворк, нахуй? Какой реворк? Старый хрыч. Хрыч. Тут ты опять одевает. Тут микрофон дрочит, ты что ли? Блядь. Подрочите что-нибудь другое, чтобы хоть слышно не было. Да, там как-то микрофон тут задрачивает. Где Хулидринг? Может, что-то другое, но чтобы слышно было. Да нет. Ну, чтобы Катриси услышал. Давайте уже ставить вылетел. Рыбу, бафать рейд и бить Халиона. Давай бить. Давай. Нет его в Диссе. Не? Давай. Так, тогда давай так. Надо били какого-то взять, никакого. Заебал. О, Cool Story, нахуй. О, привет. О, привет. Так, Cool Story во тьме дамажит. Катриси, значит, в этого. В танка прыгай, Лингрен в тьму ретриком идешь. Ты, блядь, дрочишь меня или чё? Да. Потанчишь мелких. Там ретрик нужен во тьме. А Эйнер будет свету от тебя, и БР. Ну, БР больше. Подожди, Катриси на мобах? Да, Лингрен в ретрика, Катриси на мобах. Что, ок, еще раз повторить? Понял, шеф. Ок. Так, давай пока уберем его. Я не понял. Главное, что все поняли. На пул будет просто нереальный. Ты в Диссе, Вов, Лов. Cool Story тут? Да, да, я в Диссе, я прослушивал и решил. Ты в тьме. А, в тьме, все, хорошо. Cool Story, ты тут? Ебаный в рот. Лофнулся. Ты ищи другого. Проклятие первой пати. Может, он лаунчер не обновил? Может быть, может быть. Зломани, наверное, интересно. Гэмхэм будет на этом КД? Ну, был же один уже. Или нет?
Суламани, наверное, интересно. Гемхема больше не будет. В смысле? В прямом. Мы разорвать оковы сна и вместе будем навсегда. Пиздец. Шафутинский, ты? Шафутинский подъехал. Шафутинский, ты что там? Давай потише. Где там Кулсториан? Тут Диси вообще, не? Руант тут. Шадоу еще надо. Давайте пить боссов 20. Ребятки, кто из паладинов в свету остается, огонь заберите. Там, по сути, только Варахель остается. Духи пропали. Давайте представим, что он просто вылетел на пули. Давайте пулять. Хм. Вот и решение. Шатастик тут, не? Да. Пошли в тьму подамажь. Обнова, говорит, выскочила. А, обнова выскочила. Ну, это Cold Story пишет. Ебать ты здоровый, нахуй, в медведя пиздёдный. Ебать ты здоровый хуй. Чё? Твой Найтборн. Выходи за меня, я тоже Найтборн. Все, пошли. Так. Так, рыбу оставил. Видал мою повязку на глазе? Так, я на замене, сейчас посижу. Да, да. Так, про Вероника. Смотри, какой прикол чистый, да? Ханты помните, да? Напуливайте большого голема на Войда. Вот я в свету держу босса и голема большого. Что там, блядь? Авелания. Я тут. Чем я тут? Кикну пока что. Не портила. Подожди, ской, подожди. За линию за. Чё? Да, блядь, фласку с маслом намазать. Ты сюда будешь сортировать, Войд? А, да. Всё. Привет, ещё раз. Здорово. Да, зачем на пул, зачем припод? Это, блядь, дебил. Нахуй, наверное, да. Для этого байбов каких-то придумали. Что делаете? Играем в игру, а ты? В Элоране сижу. С пацанами там общаешься? Смотри, да. Только перед ебалом не костра. Изменяет нам там другим пацанами общается. Да. Это молодые случаи. Я понял. У меня звука в игре нет. Тебе за это? Охуенно. А чё он не сказал небеса в огне, блядь? А потому что если у тебя звук в игре выключен, именно вкладочка-то, ты не слышишь. Мест нет, да? Зачем слышать небеса в огне, если в ДБМ ложитесь? Пусть ты смотришь, что не в ДБМ. Клоните в огонь, падайте. По факту. Ну типа... А зачем в него не смотреть? Зачем тогда нужен? Ну... Дам аккаунт, похилишь. Можно будет вопрос не скажешь, как ты в ДБМ смотришь. Заходить. Ну, делаю удобный интерфейс. Ребят. Привет, привет. Что, Зайка, задавай. Он очень хорошо разбирается в Вуду. Я его скачала и немножко напуталась. Дарин нахуй. Войд. Вот и человечек сказал. С планеты удалить того, кто тут сказал, блядь. Мне нужно, чтобы он показывал ослабленную душу на престе. Ну, просто добавляешь туда и все. А я не... Ладно, я пошел. Ебавшись. Удали его нахуй, Челбот. Блядь, это охуенно. С Челботом и приятнее было как-то. Дебаф свое и там пишешь. Не, блядь, типа не настроенный Вуду, это вообще кринж. А настраивать лень. Ты знаешь про Вуду? Который Сет, ты вылетел? Блядь. Я не вылетел, я... Сетжу. Начнешь играть нет на нормальных классах, тогда будешь что-то говорить. Это все, блять. А паладин а типа нормальный класс? Сказал розовое вилание, окей. Ну на полезных. Квест танк, квест хил. Что-нибудь такое. Че, мне выйти? Как хочешь. Ну можешь идти, там еще ханты роги есть. А, ханты? Ну держу, кажется. Держу. Жри, Катриси. Покливый трэш. Может быть, светло. И жри. Да окей, окей, чё, ты один, что ли, блядь, такой пиздат? Ну, no. В натуре. Mm. Включите звук момент, себе да. Все, нет. Чтобы вы слышали, когда небеса в огне, там, нахуй. Либо глаза пошире раскройте. Да, там, когда какую-то кнопку жмешь, оно звуков это.
Через 20 секунд после пулы. Ctrl-S. Ctrl-S да, это включает, типа, звуковые фигмы. Включает, выключает. Ну, да, у меня вот они были включены, я не услышал, блядь, что он там что-то пизданул, но... Кликните на хп, пожалуйста, его пулять. Время идет. Надо добить босса. Время идет, а Уэйд не стареет. Давай со счетом, слышь. Слышу. 5, 4, 3, 2. Окей, спасибо, Уэйд. Тебя припод. Че? Че ты бился? Че, раньше припод было? А-а-а. Да, за 2 секунды нахуй ебанул. Ну, провис, наверное. Ох, да поезд. Блять, просто пиздец. Показалось, уже отсчиталось. Так, какие-то небеса в огне. Черепок прямо возле метеора бежит. Ну зачем он так? Здесь вылети, алло, Чукчи. Кош, нажми. Чукча. Да. К сожалению или к счастью, ДПС у рейда убойный. О! Там, по-моему, сорвал. Есть рефа, для чего убойный? Cool story down, что ли, нажал? Наверное. Или так дохуя надо мазать? Нет, так дохуя дал, скорее всего. Под бурстами еще, возможно. Ребята, паладины, блядь, то в свету огонь возьмите. Этот. Ну ты-то чё там тишь? О! Этот. Катрися, резай кулстарю. Я в ахуе. Только быстрее. Ебать, я сейчас ДПС. Пробиваюсь. Быстро вставай. У кого? Вилаша уже зашла. Рейда. А откуда тебя мне столько ДПСа нахуй? Я никогда столько не давал, лечу, блядь. Чё за хуйня? Поставь метку на Рожника. Где там Рожник? Рарник, ты не первый. Рарника пока. Не слышит меня. Это наш едет, шарик? Да. Тихо, я, блядь, переживаю, нахуй, Катрисе. Даже уже тело отвалилось, нахуй. Да, вон, иди его выеби, блядь. За такую хуйню. Блядь, ну и ты, извращенец, сука. Я не крофил. Хуёво тебе. И чарика, блядь. Давайте бейте, чё вы там хохочете. Или... какой. Ой, блядь, опа, вагон, на ясно. Нахуй. Кажалось. Так, призом вов на стресс мастер Лингрен. Чё сдохли? От лезвий. Ебать, я двигаю тазом. Ложимся. Заходим в тьму, ложимся, падаем. Тело не покидайте, потому что если будете заходить в инст, у вас зависит. Ебало! Не понял. Куда нахуй? Отпизданил, ага. Так а как вы сдохли? Рарник вроде не сдох. Вы не в звездочке, не в кружке стояли, что ли? А я повернулся, блядь, дать фридом, нахуй, и смотрю, лезвие появляется, с орбилом, нахуй. Остальные не знаю. Ну, я немножко мувнулся, блядь. Я не знаю, я по вуду фридом давал, вот. Когда начал хилом играть хулипрестом первым, я стал на ретрике по вуду давать фридом. Нету вуду. Прям удобно вообще, помолся. Можно просто, типа, навести на фрейм, да. Просто щелкаешь. Ну, примерно 10 метров от тебя назад отбежал, ты уже щелкаешь там. А что, мы без рыбы ебать? Чё cool story ты пишешь, тильт, это что значит? Что это такое? Тильт? Тильт? Ну, типа, когда настроение хуёвое, понял? Типа, ну, прям вообще... Ну, типа, когда висишь. Вред вроде хочет. Тильт ловишь. Вред не хочет. Тильт – дизмораль. Наоборот, хочет вред. Он тильтует из-за того, что его вред не берут, понимаешь? У тебя омена нету? Ну, будешь так срывать, короче. Ты сорвал, и Виланша что-то ставил. Так, а нормально там. Сейчас будете срывать, нахуй. Ну, полтинник полетит, нахуй. И вообще на замету пойдете, блядь. Умен, смотрите, блядь, или что у вас? 30 тысяч накручиваете в трэш, этого мало, что ли? Босс переводится, босс убивается тем ДПСом, который сейчас есть в рейде, вы срываете босса, зачем?
Да когда таргет меняешь на трэше, ты не видишь, сколько на боссе агро. Ну да. Поэтому надо выбрать босса и снова начать его хуярить изо всех сил, да? Как сказал один хороший человек, зачем стопать, когда можно хуярить и убить босса быстрее? Мне казалось, что его трэш ёбнул, а не босс. На первой фазе. Нет, босс повернулся в рейд, ты чё? На первой фазе убьем. Даже похуй, что переходка, блять, на 50 и на 75, нахуй, мы просто его с первой фазы ебанём, нахуй. Бой. Ебанём, и он умрет сразу. А там резко или здесь будет? Резко. Войда нету. Вместо него будем резервать его нахуй. Тут, блядь, не воет, тут кринжует. Нихуя ты. Бедолага, ладно. Я бы зарифмовал, но не буду. Ну-ка, ну-ка. Деда жалко. Напоминаю, если метеор падает на танка, на меня, то я поворачиваю босса лицом на рейд. А вы уходите в то место, где был хвост босса. Быстрее, трэш забирайте. А, диспел? Дамаг, дамаг и хил. Наш шарик едет. Ну, диспел, алло? А кто в тьме диспелит? Во тьме спят, кстати, второй диспел. Все силы, блядь, сейчас получите ГП, нахуй. Ну окей, блядь, могу, ну, блядь, КД проебывать. Но, типа, диспелись, блядь, когда с это всегда делал всего, прист. С подручней всего друид инвалид, диспель, друид инвалид, ты тут? Вот и ответ. Вот, охуенно. Ой, бать, молодец. Вот ответ. Да, моя диспел. Кто сдиспелил? Посмотрим. Заходим, падаем. Возьми, все-таки, может, приста одного, который во тьме диспелить нормально будет. Да? Да может тогда сразу выйти из игры нахуй и удалить ее нахуй. А при чем тут выйти из игры? Ну так а нахуй надо, блядь. Чё, на приз... киллстори сейчас? Приз было. Спасет всех или чё, блядь? Идея. Или может если приз зайдет в рейд, может босс упадет, сразу нам шмот отдаст нахуй или чё, блядь? Киллстори задиспелил бидон, вроде. Схуя ли я должен бегал. Брать стадию, блядь? Он чё, блядь, ну... Я вообще хуею с такой хуйни. Хуйню какую-то несёте. Ты сказал приста, ну он тебе приз, блядь, на замене. Я ничего не говорил про приста, блядь. Ты сказал про приста. А чё, блядь, накурился, нахуй? Да ты, блядь, старый. Кто там в барабаны херачит? Друид инвалид, ты тут? Да, я понял. Буду диспелить. Ну а чё, типа до этого как оно само должно было, да, диспелиться? Ну как? До этого присты, а до этого и я тоже диспелил. Блять, логика пиздец, конечно, нахуй. Я хуею. В рейде вешаются метки, никто их не диспелит. Блять, мозг есть вообще, нет? Ты диспелишь тьму. Навскидку, сразу, блять. Друид диспелит тьму, потому что он ходки вешает, он, у него хпс большой в это время. Шаман кастер, паладин кастер, они не диспелят, потому что не проебут рейд, нахуй, они проебут танка, блять.
Диспелит друид. Сдиспелил, дальше хуяришь. У тебя ходки на метке, ходки по танке, блядь, и спамишь. Что еще надо объяснить? Так что, за лезвие ГП, а за метки не ГП? Кто выносил? Давай, кому ГП? И кто это сказал сейчас? Его нахуй! Это мастер. Так. Я стоял, на мне 6 стаков метки было, с меня не сдиспелили. За кран еще не сдиспелили метку. Давай. Потом третья метка в рейде задиспелили, ну, типа... А, я понял, нахуй. И, окей, я буду, блядь, просто диспелить. Рейд упадет, нахуй, окей. Но зато, блядь, мы получим много ГП, блядь, за то, что мы проебали танк. Давай, давай. Ну, окей. Я буду тупо диспелить. Сейчас диспелит друид инвалид. Сейчас диспелит друид. Не, давайте я подиспалю. Раз я ГП еще за это. Короче, я сразу скажу. Кто хочет пойти отдохнуть, сразу идите отдыхать. Все, ну, не но будет рейда, не будет. Ну, ну, блядь, заебись, типа. Ну не решили, кто диспелит, так все получайте тогда, нахуй. Ну, отфоксова. Отфоксова. А, там эламаунт. Короче, имейте в виду, даю вам 2 трая, нахуй. За эти 2 трая не убиваете, продолжается какая-то хуйня, я не сниму ГП, нахуй. Отойдите от ебала. А чё вы так рано диспелить? Подальше лужи уносить надо. Посмотрю, кто это диспелит. Ламант, Урхель. Наш шарик. Опа, срыв агро. Дайте фрит. Держи. Как умерла? Три сереса. Блять, куда? Блять. Заходим, падаем. Ну и что это? Мы все прям в метке стоим. В какой метке? Я вообще не умираю. Сосочек там стоит. Рарник-то не умер. Получается, всем ГП. Хуля. Там же боссу не прижимается.
Пиздец, нахуй. Я понимаю, там одно тело сдохло, нахуй. Вы сдохли по 15 тел, нахуй. Как это так вообще? Как вы там стоите? Там просто лезвие ближе к лапе, поэтому если мы чуть-чуть от сосочка влево отходили, то все, кто чуть-чуть левее сосочка стояли, хотя бы все сдохли. А нахуй вы левее стояли, блядь, просто вопрос. Ну делать нехуй или чё? Вы в игру зашли, блядь. Не бейте сразу, дайте агроны брать. Пиздец, я хуею просто с вас, нахуй. Вот, блядь, инст, который за 20 минут закрывается, вы сидите в нем сопли жуете, нахуй. Бомжи ебучие, блядь, объясняешь же, сука, ДПС, да хуища, нахуй. Встаньте, посмотрите на шары, ну ебаные вы бичи, блядь. Почему вы такие, нахуй, каждый раз, блядь, вам это надо жевать, нахуй. Почему нельзя, сука, первое лезвие встать, не сдохнуть, нахуй, на каждом лезвии отбегать от босса, чтоб точно посреди треугольника быть, блядь. Круг на 4 треугольника делится, блядь. Я просто в ахуе с вас, блядь. Слезу заряжаю. Ой, серьгу, блядь. Серьга душевной медитации, нахуй. Это я, когда пиво выпиваю, у меня такая, блядь, на ухе висит, нахуй. Ты пиво пьешь? Конечно. Не поёвывает пиво, блядь. Только что, блядь, глотнул, нахуй, после этого вайпа, нахуй. Готов? Да, да. Хуёво, когда глотнул. Да, ебаный мудак, нахуй. ДК, ДК. Cool story. Не видит, не видит метку, да? Стадия, чё это за бич с тобой нахуй? Ну, чё он так хуёво играет, блядь? Как ты это прокомментируешь, блядь? Вы убили Халеона? Нет. Ой. Почти. Какого Халеона? Ёбаный в рот, блядь, пиздец нахуй. Танатос, в тьме останешься дамажить. Нахуй. О, в рейд развернулась, вдохнула. Слышишь, Танатос? В тьме останешься дамажить, свет не выходишь. Блять, как будто таун кто-то жмет, нахуй. Иногда, да, так и кажется. Пиздец. Это что вы умерли? Лингрен на стресс. От чего? Не знаю, лезвие все нормально было. Пиздец, а как умерли-то? Может, не прохил, блядь? Я что-то не видел. Падаем. Без понятия, короче. Как они умерли? Вы там остальные 20 человек... Да сбрило лезвиями. А я по центру стоял. Какой, блядь, лезвие? Вы чё, люди? Ну? Я, когда от лезвия, умираю, я говорю, что я от лезвия. Ну, на стресс от лезвия сдох. Он... Лезвие появилось, и он упал. Мне показалось, они вдвоем просто исчезли оба. Но стрессы нет. Лингрен позже. Большой, ну, я полглаза разницы отправляю на фрейм. Но стрессы точно мне лезли вместе. Ладно. Я ровно по центру стоял, как бы отошел специально. Как бы отлезть я не мог. Мне просто интересно, блядь. Ты вынес метку. И что, тебя не хилили? В ней и умер. Я не знаю, как это комментировать, но... Ну, типа вам нахуй это не надо. Робота? Ну какого робота, блядь? Тут, во-первых, ДПС на робота нету, нахуй. Во-вторых, блядь, ну...
Это пиздец. Я хуй знаю, что делать нахуй. Может вам, блядь, в тьму зайти, поводить за ручку вас нахуй. Сейчас в тьму будем все заходить учиться нахуй. Этот трапез. Может наоборот, типа, видишь, со света начнет, нет? Лингрена как будто дыхание ему. А что там, в танке проблема? Танку надо ГП дать или что? Нет, ну типа как будто бы двигаться начинает то ли позже, то ли чуть раньше, как-то непонятно. Нихуя не понимаю. Сейчас я посмотрю, как там что, кто начинает. Это трамп без ГП обучающий, нахуй. Все в тьму заходят, никто здесь не остается. Ни Катриси, бля... ни Катриси заходят. Как тогда? Тогда. Виланша, так же тьму танчишь. Заходите за линию. 5, 4, 3, 2, 1. Подождите, сейчас все в тьму заходим? Да, это обучающий трек. Сори, агрос его видишь? На рейд поворачиваем, прием. Уходите. Сейчас сорвет. Понятно. Вы чё, ебанутые, нахуй? Обучающий трой. Хули смешного, нахуй. Падайте, в огонь, Это плакать хочется. Водики. Пиздец, нахуй. Вроде говоришь, объясняешь людям, нахуй. Они. Как будто вы, ну, китайцы какие-то и не понимаете языка, нахуй. Или на найцы, я хуй знаю. Как там? А кто метку не вынес? Отдайте, блядь. Даже дело не в метке, там. За агро следить, как будто люди не умеют. Ну, свичнись в трэш, блядь, побей трэш, пускай агро с босса спадет, блядь. В чем проблема, нахуй? Я не знаю, как будто бы на декату хэды просто сидят. Да не в пагубе дело, там дело в том, что просто стопнуть надо. Кнопки жать, мор обновлять. Давай, cool story, иди отдыхай. Не, мор обновлять можно, а вот... Да нет, ты обновляешь ты мор, похуй, он цепляет босса. Да ну, я имею в виду, ну просто, типа, ну можно... Типа, ты просто меняешь таргет в трэш, блядь, и у тебя гроз босса падает. Типа, там дота не так много гра выделяют, типа, блядь, ну... Я не знаю, еще, типа... На ДК все гро выделяет. Еще раз объясню. Я знаю, ну, блядь. Если кто слушает, то не слушает, я вообще хуй знает, как вы, блядь, делаете. Ну. Танк... Танк, на которого падает метеор в свету, поворачивает босса на рейд лицом. Там, где был бок, вы будет лицо. И вы переходите туда, где был хвост босса. Не на другую сторону босса, нахуй, бичи вы, блядь. И големы, я смотрю, побежали на ту сторону, нахуй. Это делается для того, чтобы голем был с одной стороны, а рейд с другой стороны от голема, нахуй. От большого, нахуй. Они побежали, потому что танка туда перекинула. Ясно, нахуй. Понятно, хорошо, пускай. То же самое. Хочу зайти в тьму посмотреть, что там у вас. Танатос. Готов? 5, 4, 3, 2, 1.
Продукт с агро, смотри. Или сейчас еще на големе набирать. Пиздец, дрюты нулит, что с тобой? Оглушило. Чтоб не оглушало, вы либо рано, ну, скорее всего, поздно бежите. Надо пораньше бежать. Как он сказал, небеса в огне сразу трогаться. Патрисия, резь с него. И быстрее вставай. Прибегай. Инер ему давайте. По боссу притормозите. Трэш сначала слейте. Ваша заходит с ромбика, рейд заходит с треугольника. 1%. Так, она зашла. Заходим. Вот следующий шарик вот пробегает слева, начинает двигаться. Кружок все видят? В чем проблема, блять? Уноси назад. Все, встали. Не налево, а в кружок, блять, ровно к боссу перпендикулярно 90 градусов. Сейчас будет начало лезвия и одновременно метка. В свет никто не выходит. Лезвие 2 секунды. Метка. В шарик не врежься. Между двумя шарами беги. За шариком. Смотри, сзади тебя еще догоняет шар. И в рейд возвращайся. Все нормально. Все, в кружке встали обратно. Просто назад. Стоим здесь также до упора. До берсы, до самой. Чё сложного, я хуй знает, нахуй. Это пиздец просто, нахуй. Вот эти два тела левее стояли кружка. Вот MVP Hunt, Mad Fox, нахуй. Ну, пиздец. Ну, типа, я хуй знает, как вас комментировать. Вы вообще не видите нихуя, нахуй. Стойте дальше, как попало, блять. Понятно, блядь, свою ошибку или непонятно, нахуй? Надеюсь, понятно, блядь. Вилаша босса на себя не подтягивает, и вы вот так вот, ну, должны находиться, блядь, подальше от босса. На дыхании, вот она подтянула. Это, получается, часть конуса 120 градусов, в которой дыхание идет в ее сторону. Она будет ближе к ее сектору. Лезвие где исчезли, там и появляются, блядь, нихуя сложного нету. Давайте выходим в свет все. Попробуем зергануть его. Давайте, Герман. Фул ДПС. Кроме друид инвалида. Ну, пускай Авилания там останется и Авилаша. Давайте, Геру, фул ДПС. Перебегайте метеору. У прожимки отдаем. Конечно, может быть босс сорвется, ну не знаю. Да я там сдох. 8. Ничего, сдох. Лучше выносил. Йо. Ну чё, как успехи? Йо. Ебать, у него ХП падает быстро. Ну да. Только босс на 2% захиливается каждые 5 секунд.
Сейчас проверим, захиливается. Нет, ну-ка перебегайте. Ну пока не хилился вроде. Не, если не хилится, это конечно хуёво, баг. Недоработка. Забагали. Не, во тьме, когда мы берём, хилился. О, хильнулся на 3 ляма. Он хилился, когда во тьме. Он хилил. Сейчас 3 ляма хильнул. Ну, каждые 5 секунд должен хилиться на 2%. Ну чё-то он как-то долго. Можно и так убивать, если бы все всё идеально делали. Древняя тактика. Нет, хилится. Сейчас вообще 2 хильнуло, не 3. Да все, сейчас по нему урон уже уменьшаться будет. А в тьме никого не отпадать, в лужу заходить. Короче, блять, я не знаю, что ты в тьме там делаете. Ну, какое-то детская параша, нахуй, я не знаю, блять, почему ты нельзя. Что? 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 Ладно. Ты что там, Седжу? Что с тобой? Мордаун промелькнул. Чего, блять? Ты слышишь, чего я сказал вообще? У тебя флешбеки какие-то, блядь. Какой-то детский параша был, ну. Флешбеки? Ну. Какой мордаун, ты что-то не понимаю, про что-то. Я понял, блядь, я сначала не понял, а потом... Вообще, как эти два слова вообще вместе должны находиться, я чуть не понимаю. Я сначала не понял, а потом как понял. Я одного понять не могу, что там в тьме... Как-то будет, ты токсик. Что там в тьме словно, да? Ага, нихуя себе, блядь. Токсичный дед. Ну и хули. Тупо зеленый. Токсики те, кто, блядь, в тьме сдыхают, блядь. Короче, следующий трай. Не, это, ну, лоски. Следующий трай ПГП, поехали. А предыдущие были ПГП, что ли? Вот эти два были учебных. Не, я про до того, что было. До двух. И прошлые были ПГП. Но только хилам было ГП. Ну почему всем остальным за тоже давали? За смерти ДД, где там 10 ну, человек, сейчас, просто сейчас... вздыхает, не было нихуя. Ну давай всему рейду накинем, хочешь? Ну давай. Так, ну, если накидывают палу, типа, за диспел во тьме, то, блядь, можно вообще, типа, всем уже накинуть и мне еще 3к сверху дать. Я не обижусь. ГП? Типа, это просто кринж, да? Пиздец, блядь. Красава. Ну, если... Я уже 150 выхватил. Прикольно. 0 слаков 50 получил, ну ладно. Жалко, кнопки нету общую, блядь, накинуть сразу всем. Нифига. Ну, типа, это, конечно, мало чего изменило, но в рамках этих 25 людей все одинаково круто просели. Канцелятор, правда, зашел на учебный трайп. Канцелятор тоже, да? Да, еще больше получили. Замене тоже ГП. Замене, говоришь? Блять, у меня не включена восьмая группа. Ой, как хорошо. Нормально. Что, говорит, за полчаса убьем, да, убьем. Да я хуй знает, ну, типа, блядь, ходили вроде бы все сюда, нахуй. Хуй знает. Нахуй надо, блядь. Видимо, не все, кто-то новенький, вот как-то. Ну, кто новенький? Как будто бы на каждом КД мы забываем тактику. Не знаю, все то же самое делаем, наоборот, должен запоминаться. Мелких из-под меня заберите, дайте какую-то хуйню. Иванш уже зашла.
Видишь, даже некоторые в DC не были. Не знаю, за что КП. Просто сыграйте не на циферки смотря, а так, чтобы не сдохнуть. Все, блядь, ДПСа хватит. На автоатаке босс умирает. Нихуя сложного нету. И все, и пойдем блока, блядь. Не знаю, почему этого не хочется. Как? Вела не ресы его. Носи. Этот будешь. Метко назад вынес, подлезвие. Ресы. Я его... не под лезвие вынес. Ты под лезвие. Сдох не от лезвия, да, блядь. Да тихо, да закройте рот. Конченый нахуй. Да тихо, блядь. Катрися, ресы быстрее пала, блядь. В Рахель, в тьму заходи, там хилить будешь. Фаза наступает. Незыбку отдал пока. Давай там ману ресы. Иннер, Вела не ресы. Или заходить туда. Ты зашел уже туда или нет? Лезвия нету. Сейчас я зайду, короче, туда. Кончились. Туда в Архель, по-моему, зашел, не? Да, нет, он не заходил. Бегает. Никто же не уносит, когда будет песня. Ладно, ясно. Хули зайти с тобой, начнем лезвие какое-то получить. Это я бы не дал. Лучше проверить. Все, давайте играем. Тьма, стоп. Призом давай Геру. По боссу дайте фул. Да хуя прям дайте по боссу. По продуксу. В Архель. Сальву по продуксу забрось. Продукс смотри за агро. Кто сдохнешь. Все, теперь... Поднимаю в артеле. Трэш больше дайте. Трэш быстрее большого добейте. И мелкий. Ну быстрее в трэш дайте. А он сгрызет танков сейчас. Пиздец. Хан. Метеор. Трэш быстрее додотайте. Уже 60, уже по боссу надо давать. Быстрее мелкий добили. Старый. Тьма стоп, наверное. Ну, сокру дайте. Дать тьма стоп. На 70% тьма стопните. Вы чё? Свету в босса больше дайте и трэш тоже дотайте. Только в босса больше. В тьме вообще на автоатаке стойте. Да я вообще его ставлю. Почему Эламаунт, ты в тьме, сука? Я вообще не понимаю. Ты, сука, метеор. Перебегайте. И большого мне добейте быстрее. Быстрее большого добейте. Ну вырастет сейчас весь трэш. Два больших. Вы видите вообще что-то или нет? Пиздец вы, конечно, играете, нахуй. Или там половина в тьме вас. Я не могу понять, что происходит. Тут до хера. Дебилы, блядь. Пиздец, нахуй. Да идите нахуй просто, блядь. Во-первых, Ламаунт, какое хуя ты в тьме, нахуй. Не хватает ДПС в свету. Так в свет не вышли, что ли, люди, которые назначили? В свету, как будто я... Когда, как будто я один в свету бегаю. Блядь, вы пиздец, нахуй. Так типа бесите, это пиздец просто, нету. Нахуй. Да. Я кручусь, как могу. Падайте. Вообще, они взрываются. Вот сейчас, вот смотри, у, хант. У вас хант нахуй, а какого хуя он там нахуй? Вы что, ебанутые, блядь? Вам по никам, блядь, начислял, говорил, кто, где, сука, находится. Ёбаный в рот нахуй, каждого надо, сука, за ручку, блядь. Ты, Вася, вот тут нахуй стоишь, а ты вот тут, блядь, Петенька нахуй. Как вы заебали, блядь, это пиздец нахуй. Вот говоришь, сука, где вы, когда говорят, блядь, кто где находится нахуй. Жрите рыбу нахуй. Чек на АФК, блядь. Нажимайте, да, буду говорить, кто где, сука, еще раз. Короче, я ебал вот эту вашу хуйню, нахуй. Вот эти ваши бафы классовые, нахуй. Мне это вообще похуй, блядь. Сейчас я раскину, нахуй, кто где, нахуй. Буду по группам говорить, блядь. Вы разозлили деда. Короче, блядь.
этот. Эламаун, ты тут? Да, не видно, я знаю, что там есть такой баг. Ты в свет, сука, выходишь после второй фазы, нахуй. Хули ты там стоял во тьме, нахуй? Это первое. Второе, блядь. Первая пати вся в тьме, нахуй. Так. Лингрен, ты в этом? Ты же в ретрике, хули я тебя перекинул? Да-да-да, я в этом, во тьме. Так, ты в тьме. Иерарник. Иерарник в тьме. Так, теперь домагер. Я тоже в тьме был. Короче, консилятор, ты самый нормальный тип. Ты будешь в свету, короче. Во тьме останутся 6 ДПСеров, нахуй. Это вот первая пати и Заханыч с мастером, нахуй. Это во тьме. Вы во тьме, еще раз. Угу. Первая пати во тьме, Заханыч, мастер во тьме. Остальные все, понял, сука, в свет выходят. Хилы там знают. Друид-инвалид, Бидона, Вилания в тьме. Варахель, Эламаунт и Призан в свету. В тьму заходит только Призан, помогать сипухами похилить. И выходит обратно. Остальные ДЦ и Хапал стоят, ждут тут с Катрисией. Ебать, босс простой, вы не выходите, нихуя не делайте. Ханты, Пасифея, ты в свет выходишь, не забывай напуливать большого голема на меня. СРДД выходите, Седжу выходит. Тебе будет консилятор помогать трэша уешить, нахуй, в этот раз. Я понял. Не смотри, консилятор, не сорви агро там. Ну, трэш мелкий, чтобы не убил. То есть жди, когда на пул пройдет, когда танк побьет немножко. Я на пулю крутану там 2-3 вира и тогда вливаюсь. Короче, мы тут уже полтора часа, нахуй. Я просто в ахуе, блядь. Это, ну... Просто трата времени. Завязывайте с этой хуйнёй, нахуй. Все готовы, да я чё-то. Когда я иду к боссу, еду на маунте, не шевелитесь, никто ничего не делает. Она пойдёт. Метеор, видите? С лока здесь, пойдите, кто там? Мелких с меня зауешьте. Ваша зашла. Не смеши его и пойдемся нахуй. Вот видишь, я же говорил, блядь. Насмешил. Лезвие закончилось? Нет. Нет. Все. Иди туда, Варахель. Хиль там. Да пиздец, нахуй. Вставалку юзай. Ёбаный насос, сука. Вот, Фокс, выйдешь, будешь резать Авиланию, нахуй. Это что? Меня затянуло. Это дисплик, и я дисплик. Там вон свету видно, что рано лужу сдиспелили. А, кто сдиспелил? У нас все. Я мискликнул. Вытянуло. Друид инвалид, да? Мискликнул. Да, я. Падаем. Заходим, падаем.
Я пиздец, я, ну... А Вилания когда выносил, как умер? И потом призм как? Да забей, я уже в тильте. Вилания от лезвия умер. Ну, типа, блядь, ну я не знаю, настраивать, тильт, не тильт, нахуй. Ну, типа, ты меня тильтанул этим много ПП, блядь, за диспел отпало хила, и я не могу уже играть даже нормально. Ну, блядь, ну, будете так продолжать. У меня жопа уже горит. Ну, так а нахуй тогда играть вообще? Будете так продолжать, так а нахуй, ну, такое делать? Ну, ты сам что говоришь, что ебать. Типа, хэпал, но, блядь, диспелить не должен. Он, типа, ну, блядь, проебет танка и въебываешь просто, блядь, ГП. Ну, окей. Я хуй знает, если нахуй. Это ну, не типа, повод для тильта, я вообще в ахуе, тогда? Ну, я хуй знает. Вы понимаете вообще, что я могу отменить ГП? Или вам нахуй? Может, ну, кто не хочет играть игру, пиздуйте отсюда сразу нахуй. Давайте отменю ГП и просто рейд распущу нахуй. Сержу, поставь же по-братски. У вас что в голове-то нахуй? Я не могу понять нахуй. Да идите нахуй, короче, просто, блядь. Идите робота бейте, нытики нахуй. Я хуй знает нахуй. Бичи, сука, им ГП дашь, как тёлки ноют, текут нахуй. А чё играть? Ничего, но это просто А чё играть? Вот и всё. Идите нахуй просто. Нытики ебучие нахуй. Пизду, блядь. Вот Дживс есть, поставьте. Или маунт, блядь, с этим нахуй. Стоит Дживс. Стоит Дживс. Алё, как? Нормально? А, блядь. Бичи, сука, вы приходите в рейд, у вас что в голове? Вы думаете, блядь, за вас все должны сделать, нахуй? Не диспелят, нахуй. Что на лича приходит, чуму не диспелят? Что тут, нахуй, нихуя, блядь? Кто делать-то, сука, за вас будет все, нахуй? Я хз, в жесткой гильдии уже за такие обычные... Да вас бы уже давно слаки, разъебали, блядь. Там бы по 500 уже давали. И хуй бы кто что пиздел, нахуй. Жалко вас, нахуй, ГП это ебаное. Вы сидите, ноете, нахуй. Че, сейчас лучше, сука, играть станете, нахуй? Может, ЕП еще дать вам сверху, нахуй? Или Т5 анролом дать, нахуй? Можно с меня крестик брать? Да Дон будет кидать метку и уберется, блядь, на другого. Ок. Пиздец, блядь, все главное убивали, нахуй. И нельзя, сука, блядь, сделать то же самое. Ебать, босс, нахуй, 20 минут, ебать. Нет, нахуй, мы чего-то там, где-то там, блядь, сука, в глаз муха попала, ебать, его рот, нахуй. Я не виноват, нахуй. Предлагаю убить босса без ЕПшки. Да это тоже хуйня, нахуй. Тогда нахуя система? Предлагаю шмот в боссе оставить. Да, убьем босса и шмотку в боссе оставляем. Там чисто замки всякие, апокалы. Если там три кольца, то я поддерживаю. Ну вот оно чё, блядь. Проклятие трех колец, блядь, тяготит вас, да? Угу. Анальных. Давай уже убьем. Бля, парни, да, охуенная просьба, нахуй. Вот давай, блядь, к тем, кто, блядь, ебланит, нахуй, в тьме, нахуй. Не может, блядь, стать, не сдохнуть, сука. Давай уже убьем, нахуй. Может, Парник, не забывай, короче, ты первый кидаешь. Фрида. Да. Сначала рейда вас начинать умолять, нахуй. Давайте убьем, пацаны, нахуй. Не как в тот раз, нахуй. 20 трая, блядь, прогрессных. Этот. Пасифия готова? Не нужно лаунчер обновить. Ты уже обновила или нет еще? Ну обновляй. Пиздец. Тебя 3 минуты выкидывает или что? Да, скорее всего. Пиздец, я хуею, нахуй. Вот так вот, нахуй. С каждым траем тут видов все больше и больше не смешней становится. Вообще нихуя смешного не вижу, нахуй.